как у мамы на даче забор не вырос. Здравствуйте, дорогие зрители, гости и подписчики! Сегодня поделюсь с вами историей строительства забора на нашем участке. Только что на фотографиях вы видели, каким был наш старый забор и как долгие годы хранился ракушняк под стеной дома. Я наняла ребят, сначала убрали ракушняк, чтобы освободить доступ к границе. Даже не верится. Пусто. Здесь пусто. Обалдеть. Я в легком шоке. В легком радостном шоке. Туалет бывший. Все, надо уходить. Вот так вот переехала наша куча. Теперь старый шифер. Его сняли кровельщики, которых я нанимала год назад, чтобы заменить крышу, потому что та сильно текла, мокли стены и полы частично подтапливала, стояли лужи и мокла мебель. Такой важный ответственный момент. Так, мальчишки уже убрали шифер здесь, пока я кушала. Блин. Эх! Самое главное помещение, да? На всем участке. Взяла вот кофе. Немножко вам покажу. Вот смотрите, ребята перенесли кирпич. То есть раньше было выложено как стеночки, да, мы туда вовнутрь заходили, помните? Вот, и они вот сейчас вот это все внутри заполнили, и вот еще дополнительно сделали стеночку, доложили. Ну, просто чтобы далеко не носить. Запустили сегодня бетономешалку, попробовали, работает, потому что она простояла 4 года примерно. 3 года точно, 3 года я уже в разводе, а и до этого не помню, чтобы муж что-то ей делал. Вот, в общем, она рабочая, дальше перенесли шифер, то есть, видите, вот освободили, сейчас, границу, вот, видите, все почистили. Почистили, вынесли кирпич. Там был старый туалет, они его разобрали. Господи, как холодно, меня аж колотит. Вот, так, душ убрали. Вот здесь стоял душ, где пакеты сложены. Вот он лежит теперь здесь. И шифер вот они перенесли сюда в сторонку. Кто смотрел прошлый сюжет про то, как мы стекло вычищали? Видели, да? Где был шифер, где был душ. И вот сейчас это все вот здесь. Блин, днем так было тепло. Вот куски осколки, вот бочка от душа. Боже, девочки, я пошла в дом. Меня прям трясет. Купила я секатор новенький. Не хвасталась еще. Теперь хвастаюсь. Есть у меня весомый повод для этого, надо почистить вот эти заросли. Так, ну что, там расчистили нам, да? Приедут, будут пилить деревья. И вот, чтобы они быстро попилили, все быстро начали работать, надо убрать ежевику. Перекур на 2 минутки. Вот кучка. Видно? Или солнышко отсвечивает? Хорошо. С Кирой погулять? Ну погуляй, только полчаса один. Телефон с собой бери, я буду уезжать, я тебе позвоню. В общем, кучка. Вот веточек чуть-чуть напилила. Какие напилила, какие вытащила. Так, дальше. Что еще? Ну, постригла, да? Алычу постригла. Подровняла чуток. Но ее надо спиливать, убирать. Дальше. Вот это осталось немножко, ветки сейчас повытаскиваю, в общем, вот это осталось. Но, честно сказать, на самом деле, по факту, половина еще. Вот то, что я убрала, это еще половина. И вот здесь надо тоже чистить, убирать, потому что здесь хоть и часть идет участка уже соседского. Найда, ну, быстро домой. Участок соседский. Но по факту, вот от края они будут вот так вот копать. А, слушай, а может и не надо будет. А, что-то я расфантазировалась тут. Вот и все, сейчас вот это поубираю, а это пусть так и будет. Пусть так и будет, да. Все, им что надо? Им надо копать траншею,
И вот этот забор, я не знаю, как они что-то будут с ним делать, чтобы он не мешал между участками. Все, ну, в общем, тут работы, конечно, еще. Ой. Я уже, видите, куда забралась. Я уже здесь, можно сказать, во дворе. Так. Ну, вот это я все унесу. Мелкое вот на ту большую кучу. И, видите, да, вот это осталось еще. Вот это вот. Так. Вот это спилить надо, потому что они, видите, какие толстые. Прям вообще палки толще, чем палец. Я сейчас спилю. Вот это постричь. Ну что, справилась я со своей работой. Отчасти. Еще не до конца. Так, ну что у нас? Куст обшкубала. Видите, да, прям хорошо обшкубала. Но его надо будет полностью убирать. Потому что вот это все, я мечтаю, кирпич уберется, вот сюда будет забор. И я мечтаю забетонировать, сделать площадку для отдыха. Да, вот такое у меня желание. Фух, столик поставить, качелю когда-нибудь приобрести большую. И отдыхать с детками. Вот эти ветки я сейчас уеду, и я их пока что оставлю. Так, ну вот это я приберу. Ой, господи. А вот кучки пока сейчас я их сдвину, чтобы не мешали никому. Так. Вот, и эту кучу надо будет, конечно, как-то трамбануть потом вилами, что ли, и сжечь. Аккуратненько. Ну что, я ездила с Илюшей на занятия, сейчас вот вернулась. В общем, спилили мальчики дерево, сняли сетку, ну, мальчики, ребята, сняли сетку, убрали столбы, вот, в общем, расчистили. И вот так вот сейчас все это выглядит. Пока отъехали, скоро вернутся. Я так думаю, что нам куда-то сюда. Вот сюда, скорее всего. Заказали мы металл. Осталось заказать цемент. Еще здесь одна штука. Но нам надо больше. Сейчас посчитаем, сколько нужно. Нужно еще будет песок и щебень заказать. Рубите, Александр, рубите. Привезли металл, но забыли цемент. Какая-то там накладка у них случилась с документами. В общем, водитель не погрузил цемент. Так что мы сейчас металл пока забираем и будем ждать остаток заказа. Ну, машину гонять два раза приходится теперь. Да я видела, что они забрали. Ага, и металл, да, два листа? И дома. Ага, и заглушки. Мальчики раствор носят, ой, раствор, цемент носят вручную. Вот так вот это все происходит. 60 мешков по 25 кило. Я как-то надеялась, что у машины будет манипулятор, и они палету с цементом снимут манипулятором к нам на площадку, но получилось, что ни хрена не получилось. Но это еще не вся проблема, ни одна такая трудность, неприятность есть еще. Во-первых, много корней, вообще корней много. Вот такого плана. И чуть потоньше, и много-много-много всяких-всяких. И вот этот орех соседский, который тоже тут как бы не к месту. Не знаю. Вот такого много. И еще одна трудность, которая возникла, связана с этим пнем. Ствол уходит вниз. Не видно, наверное. Надеюсь, было видно. И вот уже подрыли-подрыли, как могли, подрыли-подрыли его. И порубили, и... Вот, а он все равно стоит, как мертвый.
Позвонила по объявлениям по выкорчевке пней. Цена от 3,5 до 10, но 3,5 это на 20 сантиметров максимум. Выкорчут его и все. А нам надо на 40. Победили, ребята, пень. Вот он, выкорчевали. Не знаю, как они это сделали, я дома была, в доме находилась. Но сделали. Старт. Решили Джессику отпустить на прогулку. Ну-ка, звезда моя, стой. Ну подожди, ну Джессика. Да ну собака ты такая, а. Ай, о, все, иди, иди, иди гуляй. Пойдем знакомиться будем, пойдем. Пойдем. А надо ее сразу, ух, к земле. Ну надо ревность, надо ревнует. Надо оставь ее в покое. Димуль, пойдем одень футболку, надо, ты че? Иди я поглажу, надо ко мне. Дюся ко мне. Дима, я дюдюся, Дима, я дюдюся. Ну а достань Джессику в покое, а. Дима достал Найда, Найда всех стала, Найда. И Джессику она обижает, и на Барсика она кинулась. Дима достал из теплицы старый шезлонг и принимает солнечные ванны. Так, смотри, чтобы рот не облизывали. Джессика уже что-то нашел. Печеньку выкидывали, или что там было, не знаю. Джесси, идем знакомиться. Начали ребята сегодня плести уже, я не знаю, как это называется, все время забываю. Из арматуры вот эту штуку, решетку, каркас или скелет, как его. Вот они уже вбили столбик первый, первый, видно? Солнце отсвечивает, ничего не вижу, вот, теперь вижу. Вбивают вот так столбы, вот. Не знаю, добили они его до конца или нет еще. Найда, отходи, пожалуйста. Ой, Илюш, ты тоже, пожалуйста, отходи. Вот, и сегодня еще приедет машина, заказали песок и щебень. Ждем. Встречаю я КамАЗ, села в КамАЗ. Едем к нам сейчас. Я боюсь, он зеркалами не заедет, мальчики. Да? Счетчик выше! Ой, красавчик! Смотри, проехал даже, вот провода проехал. Какой красавчик! Так, а что с зеркалами? Складываются зеркала, нет? Все, вот так выгружать будет, получается. Так, смотри, одно он согнул зеркало, а все равно не пройдет, железяка, видишь, торчит. Толку? Не пройдет. Ну, значит, туда. Ой, Найда вернулась. Иди сюда, иди ко мне, иди, дома я, дома. Дома я, дома, дома моя сладкая, дома я уже. Ох ты, моя девочка, гуляка. Поедем на днях тебе лекарства от клещей покупать будем. Обнимается, она обнимается. Так, все, давай, иди. Он поехал, боже, а каким... Отвлеклась на собаку, каким-то чудом он заехал. Так, все целое, все целое. Побежали. Побежали. Чтоб сосед не ругался. Давай, давай, давай. Найда, 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 все хорошо, иди, иди домой, 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 хозяйка, иди, иди. Накладная, да, сейчас я денег принесу. Гош, смотри за Найдой. Так, что у нас тут? Вот, это у нас привезли щебень и песок нам. Боженьки милостивый, я перепуганная, не могу.
переживаю, волнуюсь очень сильно. Сильно-сильно волнуюсь, даже не представляете как. Я не знаю, что бы я без мальчиков делала вообще. Вы видите, какие просветы маленькие? Хочется же аккуратно, чтобы ворота не повредить. И счетчик висит, видите, да? Ну, эта сторона хорошо идет. Так, а здесь у нас отлично, все. Супер, все отлично. Все, да? Хорошо, все. Все. Все, спасибо вам огромное! Большое-большое, хорошего дня! Смотрите, вот здесь я хочу закрыть. Мы купили два листа профнастила, закроется. Вот, вот до угла дома будет закрыто примерно, да? Здесь будет выравниваться, разравниваться, расчищаться и бетонироваться. Но когда это будет, я не знаю. Потому что сейчас у меня было 70 тысяч. У меня на стройматериалы ушло уже 38, чек я вам не показывала. На металл в тот раз мы закупили. Металл, профиль. Дальше. Сегодня у меня вот почти 12 тысяч ушло на песок и щебень. А, цемент мы еще в тот раз купили вместе с металлом. Вот, в общем, я уже договорилась, я буду занимать. Так, докупаемся. Не хватило нам трубы, и нужно саморезы купить. Приехали опять на склады сюда. Спасибо, до свидания. Ну, не дали. Да, была уже. Садишься, нет? Давай. Это все. Так, ну что, столбы стоят? Да. Все, вот они, наши столбики красивые. А я сейчас еду, как я уже говорила ранее, на собеседование. Я попробую устроиться на работу. Но работа такая, больше подработка, но все же. Уже кое-что. Поеду, уточню нюансы, и там будет видно. И плюс нам надо купить ведра, и нам надо купить... получается, все, шланги. Шланг есть. Насадки на шланг тоже есть. Осталось купить ведра. Ведра и пленку. Все. Пожелай мне удачи. Ну что, сходила я на собеседование, все хорошо. А говорила я, нет, что я пойду работать уборщицей, говорила, да? Время удобное, выходные удобные, один воскресенье, второй плавающий. Пришла, убрала и ушла. Все. Помещение хорошее, кафель, не так, как я работала в Буме. Вот. То есть все это будет легко убираться. Помещение, ну, мне так кажется визуально, что там все-таки меньше, чем 100 квадратов. Вот. В общем, завтра у меня будет первый рабочий день. А сейчас мы с вами идем в Добрострой. Сегодня прям бум какой-то, аврал. Кое-как припарковалась. Кое-как, с трудом. Машины в два ряда паркуются. Я давно такого, вообще, наверное, никогда такого не видела. В общем, я сейчас посмотрю по списку, помню, нужно ведра купить. Еще сейчас загляну, что нужно. Ну, по-моему, ведра и все. Сейчас пойдем и купим. И потом надо будет поехать рядом, кстати, здесь, в пункт выдачи, забрать заказ и зайти в ветеринарку купить от клещей лекарства собакам. Можешь помочь? Подержать? Может, дать нож? Просто другой? Не надо снимать, это позорище. Все, нашли. Спасибо большое. Приехала я с работы, ребята уже. Так, ну это они будут еще потом доделывать здесь. Подсыпать землю, подпирать. Вот, в общем, выставили опалубку, обтянули пленкой USB, чтобы потом можно было снять его. Вот, но у нас сейчас проблема, у нас же днем, воды нет. Ой, ага, попалась, да. Что, перестала лить или льет? Льет. А что, может перестать? Может. Ее вообще как бы днем нету, это вот сейчас то, что льет, это еще счастье большое. То есть нам повезло? Нам повезло, да. Нам повезло. Я вообще, я забыла, прикиньте. Надо купить воду, я не знаю. Да? Нет, смотри, блин, как бы есть 500 литров дома, и там, по-моему, тоже 500 литров в теплице. Ну, это на крайний случай такой. Конечно, шлангом удобнее набирать.
еду с работы, иду и вижу. Помощник растет. Молодец, молодец. Посмотрите на это чудо, посмотрите на нее. Найда, иди сюда ко мне. Ой, помощница, помощница, как же ты теперь будешь? Надо мыть ее, блин, и поскакала, коняка. Найда! Уйди оттуда, может ее водой полить? Ну, конечно, надо смыть это, у нее лапы. Раз. Дима, давай иди, вот это, ведро возьми, а вон в бассейне. Пусти, помой ее, позови, помой ее. Ко мне, вот сюда иди, иди, Найда, Найда, Найда. А ну, Дима, поснимай, убирай ведро, ставь. Надо было вот же, у тебя бассейн, вот у тебя. На, руки вытри, вытри руки. Ну, в себя, все равно ж гуляешь в этой одежде. На, отойди от воды, пожалуйста, отойди от воды. На, иди ко мне, вот. Иди ко мне, моя девочка, иди ко мне, моя курочка, иди ко мне, иди. Не хочешь, это раз, все, смотри, куда она залезла. Найда, да все, уже она поняла, что ее купать хотят. Ну, Найда. На, попробуем. Да, я, сейчас. Иди ко мне. Найда, иди ко мне. Ой, мамочка. Фотосессия. Иди ко мне. Иди ко мне. Джесси. Найда. Джесси ходит. Найда не ходит. Джесси. Найда, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди, моя курочка. Иди ко мне. Иди ко мне. Все, уже даже это не прокатывает. Ой. Как это прыгать любит? Как это любит прыгать? Ой. А ну, Джесси, пойдет купаться? А Джесси пойдет купаться. А Джесси не пойдет купаться, она воды боится. Джесси? О, как хорошо. Как классно. Аня пойдет. Ух ты. Ой, как хорошо! Мама Джесси намочила. Тише, тише, сюда выходи. Уйди, иди от меня. Найда! Найда стартанула еще дальше. Все, выключай. Ребята достали с чердака рабицу. Был у меня рулон. Не знаю, правда, сколько метров. Вот. И сейчас варят с Вакой. Вот мы не нарисовали, да? Mm-mm. Здесь надо мерить. Вот от этого чопика, Саш, мери. Вот, хорошо. 125. Теперь здесь 125. Давай. 120. 105. Мелок. А, мелок у тебя? Вот, 125. 125? Ну, говори же 125. Да, да, там я прислонила. Куда ты это все порашу? Отсюда начинай. Все надо срезать нахуй. А верхний оставлять или да, тоже срезать? Подрезать их выше. Уже забожу. А, выше поднимется, да. Ты мне объясни, как это все как я объясню, Саш? Вот здесь. Чуть-чуть ниже. Ну вот так. Да это тебе-то похуй. Да что ж такое, кашель этот. Замерзну. Тебе сейчас тут 33, там будет 3. Мать. Да? Сейчас будет. На данный момент ситуация с забором обстоит вот таким образом. Ров настил есть. Короче, я хотела, сейчас постараюсь объяснить, как я хотела. Вот здесь должна быть площадка забетонированная для отдыха. Дальше должна идти отмостка, вот так, отмостка. И вот здесь маленький кусочек земли для цветов вдоль забора. Я хотела площадку, вот здесь будет ракуш, господи, француз выложен, закрыто будет все полностью. Вот эту часть должен был закрывать профнастил. Дальше должна была идти рабица. Но мальчики очень сильно поспешили, за один день залили фундамент и уже ночью в темноте натягивали сетку. У меня даже не было возможности вникнуть толком, что происходит. Я уже днем, на следующий день начала понимать, что за убожество. Это новая рабица, там старая кусок рабицы.
То есть у меня не было даже возможности посмотреть, как они натянули новую рабицу. Я пришла уже ночью в темноте, где ни хрена не видно. Потому что я весь день проездила, я... Ну, короче, ну и была я дома. Была. Но я, честно говоря, даже не ожидала, что вот эти балки будут идти поверху, что они их делают на будущее, наперед. Хотя речи об этом не было, под профнастил. Не было речи об этом. Не планировала я этот профнастил сюда лепить. Нахрена эти балки, непонятно. Я считала, что эти балки будут для сетки, сетка будет к ним крепиться. И когда меня спросили про арматуру, я вообще не поняла. Ну, по низу арматуру, блин. И поверху, думаю, нафига, что-то я вообще ни хрена не поняла. Спрашивал он меня, говорил, что надо будет расстояние как-то между сеткой и балками закрывать. Я не врубилась вообще. Не, я даже не то, что не, я не поняла, не, даже не представляла, что оно будет вот так убого выглядеть. Ладно, это хрен с ним. Так, а внизу что происходит? Вы посмотрите. Это что, забор? Ну, у меня я собаку не могу маленькую выпустить, с цепи снять. Вот это что? Ну, этого тоже не должно быть. Фундамент должен быть залит ровно. Я считала, что они по уровню заливают. Я уже на следующий день, когда вышла, днем смотреть, думаю, рот-то. Короче, и вот эта земля. Ее надо было перекинуть вот туда, к соседу. Засыпать. Траншею вот эту. Вот эта земля, ее тоже надо было перекинуть. Надо было покрасить вот это все. Они за один день наварили, залили, наварили за вечер, за ночь уже, в темноте. Я приехала, когда я вернулась, ребенка приехала, съездила на работу, с работы поехала за ребенком, я приехала, и они уже заканчивали варить эти балки. И я вижу, блядь, ну уебство. И сначала мне стало неудобно им говорить, что это вообще черти что. Что это не то, о чем, то не то, чего я просила. А потом на следующий день, вечер проплакала. И на следующий день думаю, нет, все-таки я скажу. Саша мне говорит, скажи им. Я говорю, Саша, да они уже сделали все, им осталось, ну вот, они уже все сделали. Я даже не думала, что они ночью будут эти листы вешать. Что они будут ночью сетку натягивать. Короче, они все это сделали за, в темноте за вечер, за несколько часов. Вот они за день залили и захреначили. Все. Я уже днем, когда вышла смотреть, а мне надо было вот это все покрасить. А как теперь это все? Я говорю, а как красить? Ну, оттянешь, говорит. Оттянешь. Охеренно. Короче. И вот позвонила я вчера. Говорю, Саша, ну тоже ж Саша. Так и так. Надо перемет, это не годится. Он мне и сумму поднял, видите ли, за сварку. А теперь это все надо отваривать. И внизу надо отваривать и заливать по нормальному фундамент по уровню. И приваривать балки выше. Ну, короче, жопа. А по сути, верхние балки нахрен не нужны. Я потратила деньги, я просто ну, выкинула деньги, блин. Листы испорчены теперь. А мне теперь, чтобы это все переделать, надо докупить еще щебень, еще песка мало. Там остался песок, вот чуть-чуть песка, чуть-чуть цемента осталось. Вот это должно было выкладываться из этих материалов. А теперь мне надо еще щебень докупать, чтобы доделывать фундамент, опять поднимать его еще выше. Вот эти балки нахрен не нужны. Вот, и в общем стою я расстроенная. Эту землю надо перекидывать к соседу. Трубы надо красить. Короче, я расстроенная очень сильно. И стою, думаю, что мне теперь делать? Либо выравнивать фундамент. Ну тоже, ну что это, блядь, два листа и столб. Ну, промежуток и столб, ну уже как-то до столба, что ли, я не знаю, уж столбы бы рассчитали так, что... Ну, что это за вот это вот за... Сказала б я, женский половой орган. Еще надо это все переделать, я расстроена, я три дня плакала, я разговаривала с трудом, меня трусило, у меня руки тряслись, я заикаюсь, я настолько сильно понервничала, я очень сильно расстроилась. Вот, должны приехать в среду. И что теперь делать? Либо заливать, покупать еще один лист, заливать под три листа. Я хотела, чтобы окно было открыто, чтобы с окна просматривалась улица. Вот мы стоим в окне, утром в основном просыпаемся, я иду детей будить, или захожу просто к ним в комнату. И я смотрю на улицу, как люди ходят по улице. Люди идут, машины едут, с утра народ идет к 8 на работу, 7-7.30. Да и так днем подходишь, людей видно, хотя бы хоть чуть-чуть. Не хотела я вообще закупориться, и так сиди на этой даче, цивилизации не видим. А теперь не знаю, вот что делать. Либо уже брать, выливать фундамент, как положено, и загонять все перед этим, господи, профнастилом. Я не хотела от соседа полностью закрываться. Но вот эта вот дырка мне тоже не нравится. Надо брать еще лист профнастила, перекрывать это как-то. Не знаю, короче, вот такая фигня. Говорит, потому что у нас не было нормальной опалубки, надо было брать ее в аренду. Блин, бывший муж из досок сделал. Саша говорит, надо было сверху делать перемычки, тогда бы оно не расширялось. Да то, что оно расширялось, то хер с ним. А то, что сверху оно кривое, вот это проблема. А такой вариант, как что-нибудь подложи, ну вот что, вот посмотрите, там дырка. Там дырка. Ну подложи что-нибудь. Ну нахрена оно мне надо, что это за колхоз, подложи, я за это деньги плачу, заплатила. Срань полная. Мне надо было просто профнастилом кусок закрыть до угла, а дальше сделать сетку. И было бы все нормально. Посадила б я свои цветочки и радовалась жизни. Пила с утра кофе и глазела на улицу, на прохожих. Редких, но имеющихся.
Да и с соседом иногда приятно поздороваться. Так что вот так вот. Сильно я расстроилась. Не снимала вообще ничего. И даже и не знала, снимать, не снимать, что делать. А забор теперь этот я уже делать не буду спереди, потому что я занимаю уже деньги, заняла, чтобы вот это переделывать, доделывать. Итак, неделю забор стоял в том виде, в котором я его снимала последний раз. И вчера приехал Саша, и с моим Сашей они... Ну, я не присутствовала, я не... Когда мужчины работают, я не люблю мешаться. Ни женщине, ни места в таких мероприятиях. Тем более, когда работают мужчины. В общем, они вчера вдвоем спиливали, вот эти балки поспиливали. В них только вот оставили раз, и вот там вначале оставили, вот там. Все спилили, сетку сняли. Дальше, листы те, которые были прикручены, тоже сняли. И что сделали? Они нарастили опалубку. Вот, сейчас покажу с этой стороны, смотрите. Они ее сделали уже, то есть в тот раз расперла же опалубку, да? Они сделали ее уже, вот. Саша еще, ну, он заранее отмерил уровень. И вот они сделали поперечные скрутки, скрепили, вот. В общем, и будут делать две ступеньки. Одну ступеньку они выставили, зальют. Приехала машина с щебнем и с песком. Мы сейчас опять находимся во дворе у соседа. В этот раз машинка маленькая. Хорошо, я пошла. Вот то, что у нас осталось, песок остался. И Саша дозаказал еще щебня песка. Веревочки. На чем я остановилась? В общем, с этой стороны они сделали, ну, с обоих сторон вообще, вот так вот палочками скрутили нижнюю опалубку и верхнюю новую дощечками. Сольют, будет ступенька. Одна по уровню, а потом будет вторая по уровню. С нашей стороны с лицевой они сделали вровень, видите, да? Ой, сейчас. С нашей стороны с лицевой сделали вровень, а с этой стороны, в принципе, и значения не имеет. Ай, ударилась. Снимай это, позорись. Не комментируй. Кратенько о том, как мы пережили ливень. Стоит цемент у нас здесь. Ой, мамочки, видите? Ой, подмок. Ух ты, ох-ох-ох. Твою мать, твою-то мать. Не знаю, с другой стороны, тоже не знаю, в каком оно все состоянии. Ну, вроде как живенько, но проблема-то в том, что оно стоит вон на голой земле, вы видите, практически.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что дальше? Все пока стоит недоделано. Песок брошен, щебень брошен. Вздыхаю, как та больная корова, а сделать ничего не могу. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Сделалось, что не сделалось. Этот цемент, который 100% замок, остальное отнесли в теплицу, но он, скорее всего, тоже затвердеет, потому что был, ну, сырость, влага, пар. Вот, этот прям был в воде. Дальше. Листы стоят, остались стоять, их не прикручивали, но пока нет смысла. Песок и щебень от соседей, со двора соседского унесли, перенесли, вот, сложили вот так. Ну, вот, вот и, пожалуйста, и сидит вот он. Барсик, тебе не стыдно? Вот, это лист USB, который был под песком, щебнем там. Ну, они, понятное дело, уже испорченные, просто накрыли. Дальше что? Залили, долили, то есть выровняли по уровню, как оно должно быть. Вот, переварили балки, то есть на нужную высоту их сделали, и уже тоже сделали по уровню, видите, на одном уровне, красиво. Одна ступень идет на одном уровне, как положено, и вторая ступень. Вот, да, это уже Саша потом вник, ну, у меня только одна претензия, что он не сделал этого сразу, когда я просила. Ну, ты же наняла работников, вот, кто же тебе виноват? Ну, да, видимо, виновата я в том, что я их наняла, а не он. Ладно, это все семейное, сами знаете, херня, в общем, поехали. Так, дальше. Вот ежевика уже поползла, видите, подлюка. Ползет моментально. В общем, в принципе, что осталось? Пособирать мусор? Перекидать землю? Вот, в общем, парень тут, который родственник, он... все брошено, видите? Я должна была доплатить 8 тысяч. Вот. Сказал, что денег брать не будет, возьмет только 1000. На топливо и все. Вот. Что ему неудобно, что так вышло, поэтому... В общем, ну что, мне остается только навести здесь порядок, пособирать доски, там камни, вот это все, и земля, вот она здесь лежит под домом, ее, конечно, надо было, но это должны были тоже сделать они, перекинуть вот сюда. Ну, раз уж так вышло, Саша вряд ли это будет делать, здравствуйте, и вот эта земля тоже здесь, ее много, кажется, что немного, но в действительности много. Но тут не только то, что они копали, здесь еще и была земля, вот, в общем, надо с этим справляться. Ну, а так, пока все. Нужно 20 тысяч, чтобы купить профнастил, листы. По-моему, 16 штук надо. Они по 1200 штука стоят, плюс доставка. Вот, выходит, по-моему, там 20 или 21 тысяча, не помню точно. Считать надо. И все, и прикручивать профнастил. И у нас тогда левая сторона забора будет готова. Но, я же хотела вот эту часть закрыть с профнастилом, а остальное сделать сетку, но уже все, будет профнастил. Дальше. И вот эта сторона, она брошена теперь тоже. Естественно, они ее доделывать не будут. Надо нанимать других людей. Кто еще не подписался на YouTube канал, подписывайтесь обязательно. Впереди еще много интересного. Ну и как всегда традиционно наши расхламешки, кое-какие события из жизни и постепенное благоустройство. Подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы вам поступали уведомления о новых выпусках. И ставьте лайки, дизлайки. Это очень важно для продвижения и роста канала. Вам не сложно, нам приятно, нам полезно. Вы делаете добрые дела. Все, всех целую, до скорой встречи. И на YouTube-канале, и до новых публикаций в Instagram.